Это утро 24KZ. Мы продолжаем выпуск. И теперь к событиям в Восточно-Казахстанской области. Там в следующем году в городе Риддере откроют новый больничный комплекс. Поликлинику на 500 мест и стационар на 200. Из-за нехватки средств строительство медцентра затянулось на 4 года. Все это время Риддер с населением свыше 50 тысяч жителей обслуживает больницы 1939 года постройки. Старое здание не соответствует санитарным нормам, говорят врачи. Совсем скоро медработники и пациенты переедут в новые комфортные помещения, и промышленный город получит современное медицинское учреждение, заверила заместитель премьер-министра республики Тамара Дуйсенова. Вице-премьер посетила строительный участок новой больницы и поручила местным властям и подрядчикам произвести в срок весь необходимый фронт работ. Большую стройку профинансируют в полном объеме, и к ранее выделенным 6 миллиардам тенге инвестируют еще 28. Этот объект очень нужен, и значит, население города может получать все необходимые обследования здесь. Здесь оборудование соответствующее предусмотрено, и может получить как медицинскую помощь, так и реабилитационные услуги. Сами же риддерцы, наконец, получат возможность проходить медицинские обследования и томографию в своем городе. Ранее им приходилось выезжать в диагностические центры Усть-Каменогорска и Семея. Как говорится, на больницах, в поликлиниках часто бывает. Народу очень много бывает в старой поликлинике. Ну вот сейчас все, весь народ, весь ждем только это. Ну вот спасибо президенту. Сейчас вот выделили еще средства, чтобы достроить эту больницу. Это очень важный объект для нашего города. И мало того, что это очень важно для жителей в том, что здесь будет не только современное оборудование, это будет современное помещение. Это даст возможность людям не выезжать за пределы нашего города.